Здравствуйте, с вами снова студия Аэрографии Fusion Art. Битва при Ватерлоу. Последнее великое сражение императора французов Наполеона. И несмотря на то, что сражение состоялось 18 июня 1815 года, ее отголоски можно встретить и по сей день. Представляем вашему вниманию автомобиль Honda Accord 8-го поколения в рестайлинговом кузове и аэрографию на тему битва при Ватерлоу. Встречаем!